Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как выглядит скрипка и из каких частей она состоит. Вот общий план скрипки. Вот. Начнем по порядку. Вот этот подбородник, куда вы кладете свой подбородник для того, чтобы держать скрипку. Вот это подгрифник. Дальше идет поставка. Четыре струны. Гриф из черного дерева сделан. Колки. Для каждой струны 4, да, вот это у нас соль, вот это у нас ре струна, вот это ля струна и вот это и ми струна. Это головка скрипки, вот. Что я хочу вам сказать, значит, этот размер целой скрипки или 4 четверти называется. Также внутри, внутри находится такая палочка такая, дужка она называется. Вот эти части называются эфа. Это верхняя дека. Вот это нижняя дека, да. Вот. Также здесь есть пуговица. Вот видите, такая пуговица, на которой крепится подгрифник. Вот примерно вот так все это, части, о которых я вам рассказал, вот так это выглядит. Значит, из чего делается? Значит, скрипку делают из ели и клена. Верхняя и нижняя дека. Да? Вот, значит, гриф делается из черного дерева. Ну вот примерно вот так. Подписывайтесь на мой канал. У кого есть вопросы, пишите в комментариях. Преподаю, даю уроки онлайн. Пожалуйста, связывайтесь со мной. И учитесь и обогащайте свою жизнь новыми знаниями и умениями. Всем пока!